Енергоефективність – пріоритет цього року, заявив голова уряду Олексій Гончарук. 2020, за його словами, треба використати максимально, аби навести лад в інфраструктурі та розпочати масштабну програму термомодернізації. Проте Кабмін не може впоратися з основними макропоказниками, зауважують в опозиції. Мовляв, держбюджет 2019-го виявився провальним. Ну, що б вони не говорили, ми ж знаємо реалії. А ті люди, які інтересуються, а у нас достаточно в нашей фракции и в партии профессионалов, мы владеем и знакомимся постоянно с экономическим и социальным мониторингом. Мы видим ситуацию в стране. Вот, допустим, вы говорите, какие экономические успехи? Ну, сумасшедшие, в кавычках. В прошлом году падение промышленного производства уже по итогам года, а не 11 месяцев, 1,8%. Рост сельскохозяйственного производства замедлился до 1,1%. Напоминаю, по итогам 2018 года этот рост составлял 8,1. То есть угробили сельскохозяйственное производство. План доходной части бюджета 2019 года не выполнен. А теперь про инвестиции. Президент тоже говорит, что надо инвестиции. И мы ждем инвестиций. И инвестиции будут. И в плане правительства, и в его крылатых высказываниях инвестиции придут. Куда? Какие? Почему? Зачем?